Все, погнали. Дорогие, дорогие, дорогие друзья, всем привет. Сейчас мы будем испытывать штамп для выжигания на древесине с QR-кодом, который скачан с Инстаграма. Вот. А, нет, Телеграма. Сорян, Телеграма. Вот, и мы сейчас его нагреем на открытом огне и прижгем на древесине. Вот у нас есть ручка специально для этих целей. Прикрутили. И контрагайка. Контрагайку мы тоже подтягиваем, чтобы штамп у нас держался крепко. Так, зажигаем. Огонь. И вот так вот греем примерно минуту, может быть, две. Вот. Чтобы проверить, насколько штамп нагретый, мы просто берем древесину и вот так вот край, допустим, поджигаем. Сейчас видно, что еще металл не нагрелся. Вот. Ждем. Скорее всего, сейчас мы видео ускорим, чтобы вам долго этого не ждать. Сейчас мой голос может быть такой прям быстрый-быстрый. На самом деле он медленный, но говорю я тихо. Вот, говорю, чтобы было понятно, что видео ускорено. Я могу даже сосчитать до 30. 1, 2, проверяем. Нет, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, КВ. О, выжигает. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Так, мне кажется, уже хватит. Возьмем кусочек деревяшки какой-нибудь поровнее. Вот этот возьмем. И проверим, что получится. Так, жгем. Качаем так вот вперед-назад. Вот, что-то там дымит даже. Ого. Так, ну, мне кажется, я немножко пережег. Пережег. Сейчас еще раз прижгу на другой деревяшке. Поменьше подержу. Также качаем лево-вправо, вперед-назад. Вот. Второй вариант. Так. Блин, деревяхи немножко кривые. Ну ладно, вот это вот подойдет. Попробуй здесь еще. Так. Также качаем вперед, назад, лево-вправо. О, еще одна. Вот. Ну и ладно, на и еще раз сделаем. Так, вот здесь вот. Так, качаем вперед, назад, лево-вправо. Мне кажется, я говорю одно, а делаю другое. Блин, здесь сместил маленько, плохо получилось. Это брак. Вот здесь еще одну сделаю. То есть у нас сейчас штамп остывает. О, вот еще одна. То есть клиент, который нас заказал эту штуку, будет ставить на своих изделиях. И если вдруг кому-то нужно будет узнать, где это и что это, то можно отсканировать, и мы тогда узнаем, кто делал. Сейчас мы попробуем. Здесь не была подставка.
попробуем отсканировать это самое. Можешь включить. Вот. Все, получилось? Да. Так. Что нажимать-то? А, вот сканировать изображение. Да. Ой. Нет. Сканировать с помощью камеры. О, все, догадался. Так. Сканируем. Открыть сайт. Да. Ввести код. Ну, короче, это. Понятненько. Ладно, сейчас. Получилось? Ну да, открылось. Да, вот открылся телеграм-канал. Вот, то есть, вот, пожалуйста, QR-код. Отлично читается, все работает. Можно вот делать на изделиях. И все будет как бы так работать. Вот такая вот интересная вещь. Хотя вот здесь, скажем так, рисунок довольно-таки такой крупный. На самом деле желательно вот QR-код, вот эти вот шарики сделать поменьше. Потому что есть такая проблема, когда вот мы выжигаем изделие на изделии, то выжигается немножко больше, чем сам рисунок. То есть вот видно, что вот здесь вот, допустим, у нас знак телеграмма заплыл, вот здесь вот заплывает. Поэтому желательно, когда мы делаем макет, его чуть-чуть уменьшать. Вот. Допустим, я бы здесь на 30% или на 20%, ну, на 20% как минимум бы уменьшил бы вот эти вот кругляшки на QR-коде. Вот. Все. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и все такое. Всем пока.